Утренняя зарядка в эфире самого бодрого и доброго. Сегодня мне ее поможет провести Василий Ларионов. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что сегодня мы будем делать? Сегодня мы будем работать над низом тела, конкретно мышцы ног. И для начала нужно всегда тренировку начинать с зарядки, но мы ее уже сделали. Да. То есть, соответственно, мы переходим сразу на упражнение. И первое упражнение у нас будет приседания. Приседания у нас будут обычные, ничего особенного. То есть ноги на ширине плеч. Можно руки держать либо тут, либо перед собой. И начинаем делать приседания. Приседаем не ниже, либо ниже, но не выше 90 градусов. Спина прямая, голова вверх. И начинаем. Раз, два, три, четыре. Обращаем внимание на колени, они не должны уходить за носочки. То есть вот, спина прямая, голова прямо. Приседание можно сделать, к примеру, то есть вот выполнение правильное. Приседание можно сделать подходов 5 по 20-25, потому что мы работаем без утяжелителя. Следующее упражнение у нас будет выпады. Их можно делать либо вперед, либо назад. То есть, соответственно, вот выпад вперед, идет шажочек вперед. Мы делаем выпад, соответственно, колено не уходит за носок. У нас 90 градусов, спина тоже прямая. Смотрим вверх и обратно. И второй ногой то же самое. Вниз, вверх. И назад уже то же самое идет. Шажок назад, 90 градусов, колено не уходит за носок. И вверх. Сколько таких упражнений нужно сделать и сколько подходов? Достаточно сделать 4 упражнения. Каждому упражнению по 5 подходов. И, соответственно, как я сказал уже, если мы работаем без веса, можно сделать 20-25 повторений. Следующее упражнение у нас будет приседание, только вместе с прыжком. То есть продолжительно работаем. Идет то же самое приседание, только с прыжком. И последнее упражнение у нас будет работа над икроножными, потому что многие забывают об этом. Ничего сложного. Будут подъемы на носки, на одном носочке, чтобы сделать больше нагрузки. И вот оно. Поднимаемся на носок. 2, 3, 4. И меняем ногу. Соответственно, тоже. С утяжелителем, ну, в случае, если без, то уже количество повторений будет намного больше. И, конечно же, не забывайте всегда во время тренировки потреблять воду и питаться правильно, и тогда у вас будет отличный результат.